Всем привет, народ! 9 часов, и я в Петрозаводске, Карелия. Целую ночь я ехал, один раз я только остановился, у меня где-то 76 километров до Петрозаводска осталось. Я остановился, потому что уже не мог. Немного киморнул полчасика, и вот уже последние эти 76 километров уже доехал. Время у нас 6 утра. Где-то 2 часика я сейчас и киморну. И 8, ну где-то так приблизительно, позвоню к хозяину Аки. Не могу уснуть, решил вот прогуляться здесь по дворам. И вот я ее нашел, эту Аку, ради которой я ехал. Вот она. Да, состояние, я бы сказал бы, кузова на тройку. Но сумма, которые за нее просят, можно сказать, что покрывает все. Видно, что с баллончика красилась. Вот она, шпаклевка уже все отлетает. Ну, по крайней мере, хорошо, хоть бампер целый. А то за такую сумму по Питеру смотрел, бампера либо нет, либо колот, либо с кусков. Год 2006. Будет мне зацепить прицеп. Такая малютка. Так, вот здесь вот. Такое ощущение, как будто ведро было заколочено шпаклевки. Но здесь вот хернули эту шпаклевку вот в этом месте. Ну, что сделать? Буду на ней потом учиться красить. Вот. Так, вот это мне не нравится, конечно. Вот это мне не нравится, трещина. Вот из-за трещины не поставить на учет, надо будет лобовое менять. Это, конечно, фигово. Ну, а так, выглядит нормально. Ну что, народ, что-то хозяин Аки не отвечает. Я ему уже раз 10, наверное, набрал. Договорились 8, уже сейчас почти 9. Вот я возле нее стою. А хозяин не алло. После оформления загнали машинку на прицеп. Вот так она выглядит, представляете? Идеально. Этот прицеп создан для этой машины. Даже сзади борт закрылся. Вот так она поедет уже домой. Вот, блин. Ну, круто. Как там говорят, человек радуется 2 дня, когда машина покупает и когда ее продает. Так, ну что, Гранта, давай тяни нас домой.